Здравствуйте, дорогие друзья. Вот, сегодня опять я решил прогуляться. Сегодня 10 февраля. Вот мы сейчас в районе турбазы находимся. Как она выглядит теперь уже, как мы видим. Это вот метеостанция. А вот отсюда очень хорошо сейчас видны те горы, которым я поднимался, на которые я поднимался через холодный кулуар, тот гребень, на котором я был. Вот Ангарская стена, все прекрасно видно отсюда. Погода сегодня солнечная, хорошая. Слава Богу, пока что. Но хотя мы видим, что и ветерок. Вот. Что до мороза, то морозец сейчас тут градусов около 10, наверное. Ну, я думаю, что тут, наверное, нету 10, но десяточка точно. Даже больше будет уже на верхней плате. Вот такое дело. Так что всем желаю позитива, бодрости, энергии, хорошего настроения, дорогие мои друзья. Вот, присоединяйтесь ко мне в моем этом походе. А я иду, поднимаюсь дальше. Да, как видим, с прошлого раза, конечно, когда я тут был, еще 31 января, так, конечно, снежка поприбавилась значительно. Вон, видите, немного припорошило, как говорится. Сегодня опять поздно выбрался поход, ну ничего страшного. Сегодня хорошо, понедельник. Как говорится, никакого тут и нету столпотворения сейчас. Судя по следам, на выходные тут, конечно, творилось не весь что. Такое морозно, хорошо. Снежочек хрустит под ногами. Вот так. Мороз и солнце, день чудесный. Как говорится, стихи такие великого писателя на ум приходят. Да, ну что же, погодка хорошая, снежочек есть, поэтому я продолжаю подъем дальше. Вот, сейчас начинаю подъем на Сахарку. Это, как говорится, присоединяйтесь ко мне, наблюдайте за моим походом. Я думаю, что будет интересно. Ну что, друзья дорогие, вы видите, сколько снежка уже вот на вершине Сахарной Головки. Да? Ощущается, да? Разница. Ну а сугробщики так тут и вообще. О, погляньте какие. Оп! Видали? Какие тут сугробщики. О! Куда они уходят? Палочки-то. Вот так вот. Так. Вот такое вот тут
Вот она, красавица, Ангарская стена перед нами. Тем не менее, нет снежка тут, смотрите. Сурово конкретнейший. Вот так вот. Ну что, идем дальше. Так, друзья, вот мы уже поднимаемся по холодному кулуару. Вернее, я сегодня. Грядочки нету. Где-то она убежала с кем-то. Ну, не знаю. Вот. Мороз, конечно, сегодня трескучий. Что тут и сказать можно. Прямо деревья трещат в прямом смысле этого слова. Ну ничего, зато ветра нету. Не ощущается ветер. Слава богу. Вот такая панорама открывается. Уже вот после пройденного пути мною, вон видите. Небо, в принципе, чистое. Над головой. Только так, небольшие точки. Над долиной. Наблюдается. Ну вот такой вот снежок тут. Который можно, конечно, уже называть, в принципе, фирном. Полуснег, полулед. Такой вот. Такая субстанция, короче говоря, утрамбованная. Вот. Что же, я продолжаю подъемчик свой по холодному кулуару. Людей сегодня я тут не встретил. Вот. Иду дальше. А между тем, вот, облачка потихонечку наползают. Как мы видим. Вот. Со стороны запада облако ползет такое. Наползает. Потихонечку наползает. Да что ж. Ну тут и все, как говорится, по-прежнему, как мы видим, без изменений. Вот, а мне что-то кажется, что даже снега стало меньше с прошлого раза. Как это неудивительно. Вроде как сыпало. Ну, наверное, за счет испарения, я так понимаю. Все это происходит. Иду дальше. Да, такие вот дела. Ну, конечно. Отсутствие снега в кулуаре просто-таки удивляет почти что. Как бы с... Вроде на неделе тут были такие снегопады. Вот. И что мы видим? Что почти что тут снега-то и нету. Вот такие вот дела. Друзья. Я еще ледоруб даже не доставал. Поднимался. Все очень интересно. Оборот принимает. В нынешнюю зиму. Ну что? Погода, как говорится, не поспорит. Ну а сейчас ледорубчик, конечно, придется достать уже, потому что, ну, как видите, здесь эти проходы все, они уже настолько раскатаны предыдущими туристами.
и обледенелы, просто покрыты льдом. Вот смотрите, все это, ну я имею в виду центральный проход, если льдом покрыты. Вот еще тут есть, вот здесь вот какой-то проход, не знаю, что это за проход такой. Вообще он крутой очень. Сейчас буду подниматься сюда. Ну блин, сейчас попробую вот по этой расщелинке пробраться. По левой. Не по этой, правой, по центру. А по левой, не знаю, что с этого получится. Пришлось достать ледорубчик. Я забачу. Что оно получится или не получится. Конечно, блин, крутизна тут конкретная. Как сами видите. Так, попробуем сейчас. Есть. Расширено. Взято. Друзья. Вот так вот тут. Ну, конечно, тут повозиться пришлось. И ступеньки порубать. Вон, видите. Крутизна тут, конечно. Мама, не горюй. Там в случае срыва катиться, конечно, далеко и нудно придется. Вот такая вот петруха. Да. Ну ничего. Потихоньку вот удалось забраться. Как видите. Слава Богу. О. Впереди как раз православный крест. Вот. Надо перекреститься. Что, конечно, очень сложный подъем здесь, с этой стороны, по центральному этому входу. Знаете, что делается? По центральному входу с левой стороны. Вот туда. Очень сложный подъем. Ну, ладно. Тем не менее, он взят. Вот. Ну, сейчас продолжаю идти дальше. Вот так вот. Продолжаю подъемчик. Наверх. Тем не менее, облачка-то наползают. Все больше и больше. Ну, они же прямо ползут на нижнюю плату. Как видите. Да. В принципе, как и обещали синоптики, что погодка будет портиться опять в эти дни. То бишь, обещают вроде как даже снегопады.
какие-то там с дождями, ну и потепление. А, видите, как облака ползут. Вот так вот тут. Такая погодка сегодня. Ладно, иду дальше. Курган. Жесть. Вот оттуда свин дует. Прямо с нос дувает. Вон, видали? Вовчик еще один около креста, около этого. Заледенело, ну вообще, вот так вот, ой, блин, ну жесть, короче говоря, погодка, если бы на плато, наверное, вообще ураган, кстати, не май месяц на дворе. Вот так вот тут. И морозит где-то больше 10 градусов, еще и ветер шпарит. Ураганный. Ну, кстати, сейчас хорошо видно вершина этого хребта. Пик этот, на котором я был в прошлый раз. Я же продолжаю подъем. Сегодня иду по традиционному началу. Для всяких, так сказать, экспериментов уже туда наверх. Вот так вот, друзья, товарищи. Весьма холодно. Гены мне помогают. Иду дальше. Видали, что тут делает? Опять пришлось поменять батарейку. Не удерживаешь батарейка. Просто ураганный.
конечно, офигеть полный. Офигеть. Конечно, я пишу. Yeah.
друзья, ветер сегодня, конечно, ураганный. Чего и сказать. Вот сейчас немножко спустился. Сангар Буруна. Зашел в тучу. И ветер вроде немножко стих. Но зато теперь придется идти уже, видать, по компасу. Хотя посмотрим как. Чтоб при такой богатой ветре погода постоянно меняется. То проясняется, то наоборот тучи налетает. Все происходит буквально моментально. Так, буду потихонечку возвращаться домой уже. Вот видите, какие интересные формы намело здесь. Да, вот он, центральный кулуар, вернее, вход в него. Мы видим эти металлические конструкции. По кулуару я спускался в прошлый раз, в прошлом своем походе, про который уже выложил фильм. Спуск довольно-таки нудный и довольно-таки неинтересный, незрелищный, надо сказать. Вот. Дорога приводит к тому же самому домику. От которого начинается подъем. Видите, тучи пронесло, опять прояснение такое. Ну, короче, мне спускаться по этому кулуару, по центральному, не понравилось. Что спускаться, что, наверное, подниматься одинаково. И весь загроможден этими конструкциями, бывшими судебовскими. Подъемника разрубленного. Так. Неприятные мысли на воде. Буду спускаться сегодня через поляну, скорее всего. Или через Трёхсток. Там еще одна тропинка есть. Такая более короткая. Не знаю, что смотрю. Друзья, товарищи. Так, если по ходу дела что-то еще будет интересное попадаться, буду засымать, насколько хватит батареи. Вот, ну сейчас же хочу с вами уже попрощаться. Заранее на этом пожелать всем добра, позитива, больше энергии, положительных эмоций. Ну и почаще ходить по ходу. Всем пока, товарищи дорогие. Заходите на YouTube, смотрите мое видео. Может, кому-то пригодится в ваших